Фонды Ульяновского областного краеведческого музея передали на хранение орден Ленина с орденской книжкой, грамотой Президиума Верховного Совета СССР и знаменем Ульяновского областного совета депутатов трудящихся, на специальную ленту которого крепился орден Ленина. Этой высшей наградой Советского Союза была награждена Ульяновская область 13 мая 1966 года по указу Президиума Верховного Совета СССР в период подготовки к столетию Ленина за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства. Решение о передаче в музейные фонды важной для нашего региона награды приняла комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам по ходатайству Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.